Буэнос диас, перцы. Ядерный сейф вновь взрывает ваш экран, это значит, что мы раздаем люлей в Borderlands. Да. Поэтому, блять, нет времени объяснять, побежали. Кто знает, что вас ждет в хранилище? Лучше подготовиться как следует. Купи аптечку. Че, пошел дам интересного? 179.30, медленный реген, 5572 стоит. Ладно, похуй. Что, не нравится, Петя? Гори, скотина. Когда закончим со слэжем, пойдем, наверное, в Джейкобс Коув. Так вот неспешно. Ой, блять, мне щит спилили. Где он, падла? Где он, блядь? Так, половину хп я ему отгрыз. Сам прям так уж сильно не пострадал. И с наслаждением высадил всю обойму. В его тупую черепушку. Ну красота же, ёп. Ой, блядь. Фух, успел. Патроны вышли. Это прикольно. Блять! Проблема в том, что придется резаться прямо рядом с психом. Сразу на реген. Лучше
Ах ты ж сука. Опять 25. Сейчас допизжусь, даже патронов купить не на что будет. Ну, вот вся проблема в том, что сейчас... Насчет меня пить прямо на респе. Блять! Эта хуйня сразу же начинает за тобой бегать. Еще и два качка, ну... Блять, охуенно, что я могу сказать. Интересно, успеем мы сделать то, что я задумал? Успели. Потому что я в рот ебал с таким потом. Проходить эту гребаную миссию? Ну нахер. В общем. Короче, смотрим ролик. It was a dark and stormy night. Sheesh. On a distant corner of Pandora, where few men dare to tread. With the journey to find the elusive vault behind them, our fearless adventurers set off into the trees of... What's a tree? Oh, for the angel's sake. It's a plant that grows out of the ground really tall. Like this? No more interruptions. So, they set out into the trees of Jacob's Cove, a land very much ravaged and forgotten by time. It was here that the scientist Dr. Ned, who is totally not Dr. Zed from the last story at all, tried to help all of mankind. But ultimately caused very bad shit. That's a swear! Dude made zombies, okay? You're not the police of me. Pay attention. Okay. So some bad crap was happening. And it got really spooky. And this is when our story begins. Is any of this going to be true? Yes. Probably a lot of it. You're adopted. Угу. Ты приемный. Так. 10 минут мы с ними мучились. В общем, пошли качаться на зомбях. Я здесь.
misinformed zombie fodder? I am not affiliated with the Jacobs Corporation. But they've hacked me to tell people like you that they would appreciate some assistance with the overwhelming situation with the living impaired. I should warn you, though, that they'll suck your brain out of your cranial cavity like a crappuccino if you get too close. If you'd still like to help, I suggest you turn on the town's defenses. Otherwise, crappuccino. Toodles! Только он сказал не капучино, а дерьмочино. Crappuccino. Так. Давайте, наверное, тогда повременим с сюжетом и начнем проходить первое из четырех DLC. Сейчас поправлю микрофон. О. И начнем проходить первое из четырех DLC. Вроде тихо. Но сейчас уроды начнут падать просто отовсюду. Больно было. Гори, сказал. Нахуй. Готовченко. Еще какой-то дробовичок. Проблема в том, что я не очень хорошо их вижу. Бля, это прикольно. Вот это вот самая проблемная херня, язвенники. Да, что ни говори, а против зомби дробовик это лучшая пушка. Так. Ну, учитывая количество перебитых мной зомби, качаться я буду крайне быстро. Так, теперь надо вспомнить, где же та хуйня? Ага, правильно, качаемся. Заебись. Зомби я, наверное, вынесу вручную, потом спокойно перенастрою турельки. Так, сейвилка. Мне там мешались зомбаки. Чё, пошли ябашить? Добрый зомби, ебать! Добрый? Или дохлый? Эта херь еще умеет блевать, кстати говоря. Чё тут по стволам? Да нихуя.
Please don't chew my head! Please don't chew my head! Mm-hmm. Да, хуйня исключительно мясная. Надо ли говорить, что будет крайне весело? По-моему, нет. Блядь, да пиздуй ты уже сюда, животное. Ползешь там или едешь? Я что-то хуй понял. Ну, червятники, блядь. Надо взять штурмауху. Значит, эти твари, это хуже раков. Реально, они хуже раков. Потому что они не уходят на второй заход, как ракки. Never. Доктор Нед, before you're undead. 176 к 21. Не, все хуйня. Сивец. Fearless Zombie Killer. New missions are available at the Jacob's. Кстати, в тему о заданиях. Пойдем сразу же возьмем несколько. Так, городок вроде как обчистили, отчистили, отдраили, отпидорасили. Так что зомби тут немая. Слоган SES. Технологии плюс большая ёмкость магазина равно моя победа. Если хотите первым добраться до хранилища, сперва если хотите сэкономить, ваш лучший выбор Тедиор. Сука. Вот это винточка, блядь. Жалко, денег нет. 13 тысяч, блядь, надо. Надеюсь, успеем. Пошли зарабатывать. Jacob's Cove, and you'll be pleased to know it seems a jolly and lively old town. I know being away from spoiler, он дохлый. Difficult, but it's only for a few cycles. The pay is just too generous to pass up. I'll work hard here and be back to you and the girl soon. А, не. My brother will take good care of you in the повелся, блядь. Love. Хотя стоп. Там же проход должен был открыться, нет? Нет. Значит, придется обходить по любасу. Если приходится делать больше одного выстрела,
Значит, у вас в руках явно не Джейкобс. Чё, дробовик полон. Так, ну чё, попиздили дальше? Наверное, да. Так, это еще один проход на Джейкобс Коув. Ну, а вот и зомбики. Блять, в меня обливали. Я все-таки до него дотянулся. Я вижу свет. Неужели? Че, скоты? Ребзи, вы заебали рыгать направо-налево. Короче. Надо покидаться гранатами. Спать нахуй. Ты заебал блевать. Кто бы сомневался, что здесь этот облёвыш будет. Куда побежал? Уёба. Сука. Ой, блядь! Где третье эхо?
третьего щебля в другом конце локации, ну заебись. But it will all be worth it if I can get back to you with the money required for us to have a fresh start. Револьвер? I'm dreaming about a nice homestead in the Doll Headland. Think of missing you. Так, несемся дальше. P.S. Tell Sally that I love the hat she sent. I wear it every day. The men tease me a bit, but they don't know the joy that a child's love can bring. Так. Летите сюда. Придется подпустить уродов поближе. Так, чё за револьвер-то поднял? Дай-ка гляну. Так, электричество... 63 повреждения, скорострельность единица. И перезарядка очень быстрая. Так, где следующее эхо? Ну, вон оно прямо на домике. Dearest Anna, I've been noticing some strange things at the mill of late. Many workers seem to be falling very ill. What is strange is that we all had our checkups just last week and were given a clean bill of health and a vitamin from the company's physician, Dr. Ned. He's doing everything in his power, but there have been some deaths. Do not worry. I will, as always, be careful. I'll send an echo again soon. All my love. Я, конечно, безумно рад, что им хватает одной пули, но тем не менее. По пояс в воде ползать и собирать эти яйца. Говяжий анус, а? Еще два яйца надо надыбать. Так, где следующее хуйнище? Конечно, в поселке, блять. Короче, сейчас находим эхошки, и серию, в принципе, можно прекращать. Хм, странно. Здесь чисто. А с другой стороны, что странного, если я сам 5 минут назад все это говно вычищал. Чисти, 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 говно. Вот так вот, вилочкой. Хотите выпустить? Так, 4000 из... 13 300. Это мне сразу говорю не надо. Так. 13 300, ёбаный нагадил. Там где-то, по-моему, в мусорном баке эхушка валялась.
недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Стадион... Anna. Так, и последнее. Как раз по дороге в Халлоузенд. At first, these tales were laughed off at the saloon, but now people talk in the hushed whispers of the truth. They say that those who come in contact with the dead are always the first to be ill, and are, as such, the first to seek the help of Dr. Ned. The doctor assures me that he's making progress on a cure. I, for one, believe him. And it is only 3 more weeks till we are reunited. Kiss the girls for me. Love, Hank. Нет, нам туда. Последняя хуйбалда. Beloved Anna, it is no longer rumors. Some curse has been set upon us here at Jacob's Cove. The dead are rising from their graves and are ravenous with a hunger for flesh. All work has stopped, and we're fighting for our lives. But fear not. Dr. Ned believes there's a way to stop the horror. I have volunteered to allow him to test an antidote on me. It's the skags, my dear. The filthy skags will be our salvation. The doctor says they're immune to the ailment. I'm presently on my way to get this treatment at the hospital outside of town. I know it will be a success, and we will be together again shortly. Pray for me. В итоге получится тварь еще жутче, чем была. Я в рот того наоборот. Ща. 12 000. Достаточно выпустить как можно больше пуль. 12 600. 13 300. Может, мне свою снайперку продать? Так, сколько на 13 384, блять. Так, что там по дробовику? Болезненный дробовик 31 к 7, ебать. 20 11. Короче, блять, я это делаю. Позволяющие точно стрелять даже в разгар боя. Денег нету нихуя, но я доволен. Так, еще один скелет. Так, скорость перезарядки. Или кража жизни. Скорость перезарядки. А на этом я предпочту закончить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.